в исламе давно, и имя мое Абдулвахид. Этих людей уже проведать получилось, вот тех, кого вы спасли? Да, сегодня я их видел, довольно радостно, довольно приятно. От проекта «Умрахач» вам вот это заветное письмо хочу вручить. Это путевка на Малый Хадж для совершения обрядов Малого Хаджа. Вы в Хадже были? Вообще. Не были. Вот эти святые места Мекки и Медины, заветная мечта любого мусульманина. Дай Аллах вам всем здоровья, то как вы с этим связан? Аминь. Вам здоровья, дорогой мой друг, чтобы спасать нас в нужный момент, в нужное время. Все-таки, наверное, для совершения таких поступков нужен чуть-чуть дух. В вас такой дух этот чувствуется? Этот, как дух называется? Он пришел после принятия ислама. Это все. Не забывайте дуа делать за всех братьев, за всех мусульман, находясь в этих священных местах Мекки и Медины.